Мои дорогие, привет, привет, привет. Домой пришла после работы. Принесла еды, два пакета на 2400 рублей. Короче, показываю и рассказываю. Все купила в магазине Мегамарт, он находится рядом с моей работой. И, в общем, рассказываю. Все купила, кроме вот этой рыбы. Вот эту рыбу я купила в магазине «Три кита». Это скумбрия в горчичной заливке. Она такая плотненькая, такая вкусная. Короче, в магазине «Три кита» она обалденная рыба. Мне ее упаковали просто в два мешочка, чтобы она не протекла, чтобы ничего не запачкала. Я буду ее завтра кушать на обед. На ночь не буду, чтобы не опиться. Короче, вот эта вот скумбрия мне вышла на 145 рублей. Да, 145 рублей 30 копеек. Я ее купила в магазине «Три кита». Я там беру имбирь рядом с моим домом. Там очень хороший продавец. Я говорю: «Наталья, подберите, пожалуйста, так, чтобы она меня не разочаровала, скумбрия, потому что я хочу плотную рыбу. Холодного копчения нет, горячего копчения не очень люблю, она такая как бы некрасивая визуально, отваливается от кости». Она говорит: «Вот возьмите, вы не пожалеете». Говорю: «Ну давайте, я на вас рассчитываю». И, в общем, в Мегамарт так-то я зашла. Думаете, зачем я зашла в Мегамарт? Я зашла в Мегамарт за лепешкой узбекской. У нас там пекут парни узбеки, прям вот, прям в зале. У них стоит тандыр в углу. И так же хитро все сделано, вы понимаете? Это же так все хитро сделано, я вот просто представляю. Хлебный отдел, он всегда находится в углу. То есть нужно пройти через весь торговый зал. А где ж такое было, что я прошла через весь торговый зал и ничего не купила? В итоге я принесла домой два огромных пакета. Но я перебрала продукты перед кассой, и я ни от чего не отказалась. Нельзя сказать, что там я в горячке нахватала. Короче, показываю, рассказываю. Акция сейчас идет. Я купила форель потрошенная, свежемороженая, без головы. 1 килограмм. Цена за килограмм 459 рублей 99 копеек. Вот это вот рыбина. Вот это вот милейшая рыбина на 344 рубля. 0,7 копеек. Вот она. Купила форель. А то у меня белое вино есть, а рыбы нет. Но у меня есть горбуша, ее под маринадом только есть. Так, буду показывать, рассказывать. И так, будем жить и кушать здоровую пищу. Так, купила фасоль стручковая, резаная. Вот такая здесь 400 граммов. Фирма «Витамин». А я не знаю, что-то «Мираторг» написано, хер его знает. И купила вот такую вот. И зимой, и летом мексиканская смесь. Все купила по очень хорошей, привлекательной цене. Сейчас, чтобы не быть голословной, я вам скажу, сколько это стоит. Так, смесь и зимой, и летом. Так, вот эта вот смесь стоит 69,99. Фасоль стручковая, это стоит 59,99. Короче, это потрясающие скидки, меньше чем 30%, я даже вообще ничего не смотрела. Так, рассказываю дальше. Я купила вот такие вот две штучки, две упаковки, это горячая штучка, ну, короче, типа меня, горячая штучка. Сейчас вам расскажу, пикантный вкус для любителей пепперони. Это такие маленькие пиццы. Вот видите какие? Типа такие чебуречки прямо с печки. Их в микроволновочку кладешь и кушаешь. Это прям на завтрак, на полдник там. Ну, да, блядь, да хоть на что. Так, вот такие вот штучки, сейчас скажу. Чебупицца пепперони. Одна коробочка стоит 49,90. Это в Мегамарте. И причем они никакие не просроченные. Срок годности у них вообще нисколько не заканчивается. Они произведены 21 января 2020 года, а заканчивается срок годности 27.07.2020. То есть обалденные. Это просто акция. Поставщик такую акцию дает. Мираторг. Купила наггетсы классические. Это тоже готовый продукт, только разогреть. Для меня самое то. Наггетсы классические. Одна упаковочка 69,90. Но здесь это запечатано, не буду открывать. Ну, все знают, да, что такое наггетсы. Так,
Показываю дальше. Купила пельмени. Так, пельмени из розовой телятины. Здесь, так, сколько тут граммов-то? Годны. Так, 19.02.21 год. Из розовой телятины Мираторг. Я вот таких еще не ела. Мне кажется, здесь грамм 800. Какой-то вот легонький пакетик. Да? А, да, 800 граммов. Но за 199 рублей цена около 400 рублей. Они не просроченные, прекрасные пельмешки. Сейчас сниму видео и буду сразу же все расформировывать в морозилку. Так. И завтра я еще буду себе готовить мясо. Это, короче, деликатесный охлажденный шашлык. Вот в этом пакетике 300 граммов. Я сначала думала, ну-ка так мне на разочек поесть. Здесь 300 граммов, тоже желтый ценник. Он маринад, этот, как его, майонез. 71,28. А вот в этом мешочке, я говорю, ну-ка положите мне еще чуть-чуть добавки. Она говорит, нет, это в отдельный мешок. А здесь шашлык деликатесный, 256 граммов. Здесь на 60 рублей 83 копейки. Короче, завтра будем готовить. Завтра будем готовить вот это вот мяско. Так, 300 и 250 граммов. Короче, около полкило на 71 плюс 60. 130 рублей. 130 рублей полкило мяса. Шашлыка вкуснейшего, обалденного. В Мегамарте, кто знает, всегда очень вкусный шашлык. Так, и у меня еще остался один неразобранный пакет. Так. У меня заканчивается черный чай, и я себе его купила. Сейчас расскажу. А так, шашлык деликатесный. Так. А, лепешка узбекская стоит 39,90. Так, это что? Это где? Чай. Фасоль, шашлык, лепешка. О, боже мой. Чай Гринфилд, мята и шоколад 59,99. Здесь 20 пакетиков. Так, показываю дальше. Я купила вот такие вот хлебцы. Сейчас на них тоже идет акция. Они никакие не просроченные. За срок годности смотрю, когда покупаю. Все смотрю. Ну, короче, до 22 года. Я это в магазине смотрела. А вот такие вот хлебцы. Так, я уже забыла, сколько они стоят. Так. Или, может, не хлебцы, это в чеке-то надо искать. Так. А хлебцы тонкие, многозерновые, 49,99 за одну штучку. 50 рублей, короче. 50. Вот такие вот хлебцы купила. Потом в фикс-прайсе меня же с маршмеллоу-то наебали. Надеюсь, в Мегамарте не наебали. Купила вот такие вот две баночки. Здесь клубника, здесь классический вкус. Здесь меня что подкупило? Пишут, традиционная американская рецептура. Вот такие вот баночки с мишками, маршмеллоу. Короче, это тоже была акция. Так, секундочку. Зефир кремовый клубника 59,99 и зефир кремовый классический 59,99. Ну, короче, 60 рублей банка. Ну-ка, давайте испробуем. Ну, например, клубника. Может, ни к чертовой матери не годно. Так, густой. Густой, так, подожди. Ой, посмотри, какой вязкий. Блядь, охуенный. Помните? Вот, блин, запомните. Вот такой можно брать. Прям стоит. Офигенский. Да, конечно, традиционная американская технология. Запоминайте. Ребят, я вам серьезно говорю, вы не разочаруетесь. Если с наполнителем он такой охуенный, я просто представляю, какой вот этот вот белый. Обалденный. Так, запоминайте. Прям вот рекомендовано. Прям вот вкусно. Так, довольно. Так. Крабовые палки. Салат буду делать. Охлажденные.
произведены 19 марта, а срок годности заканчивается 17 июня 2020 года. Но к этому времени я их изведу. Так, крабовые палки тоже по акции. Как зашла, такие скидки. А, кстати, кто говорит о том, что у вас стоит имбирь, там по 5, корень имбиря по 5, по 7 тысяч, у нас в Мегамарте 799 рублей за килограмм корень имбиря. Это ценник не желтый, никакая не скидка, не акция, пожалуйста, в свободной продаже. Просто никому не надо, никто это не хватает. Так, я вам сказала, да, что вот это вот маршмало, вот это вот стоит 60 рублей, блядь, да это дико вкусно. Это дико вкусно, стоит как шоколадка. Так, и кстати, о шоколадках. Что-то мне еще говорила-то? А, крабовые палки почем? А, так, чай гринфилд, это я вам уже сказала. А, крабовые палочки 45,99. Вот такая вот упаковочка. А у меня еще есть, знаете, кукуруза. Может быть, я забабахаю яйцо, кукуруза и крабовые палки. Вот, может быть, такой салат забабахаю. Так, смотрю дальше. Смотрю и показываю. Вот это вот я купила. Это печень куриная с овощами. Это готовое блюдо. Короче, я сейчас это буду кушать. Я это буду кушать сейчас на обед. На ужин, вернее. Потому что я толком ничего не ела. Так. Печень куриная. Здесь 362 грамма на 112 рублей. А, кстати, давайте покушаем вместе. Выпьем немного вина и немножечко покушаем. И протекло маленечко из этой печени. И что я... Как мне вымыть? Я не запачкалась, чтобы... Сейчас, подождите секундочку. Пока дойдешь, блин, до этого, до дома полжизни пройдет. Так, потом показываю. Колбаса Черкашин и партнеры. Это ветчина. Ветчина тоже, скидочка на нее очень большая, 43%. Никакая она не пропащая, просто Черкашин и Мегамарт дает хорошую цену на эту ветчину. Так, ветчина. Мне кажется, около 150 рублей. Вот такой вот маленький батончик. Похоже, дело коронавирусом, блядь, заразилась. Да не. Просто пищу много. Где? А, ветчина российская, 350 граммов. Цена за один батончик 159,99. Короче, 160 рублей. А. Купила вот такие вот конфетки. Там тоже не могла обойти стороной. Они очень хорошие. Так, одну конфеточку за другой. Так, раз. Это, так. Ну, короче, вот этот мешочек конфет на 49,50. 20 с чем-то рублей. 100 грамм. А, 21 килограмм 209,90. И здесь у меня 234 грамма. Конфетки ярче купила. 50 рублей даже нет. Посмотрите, как мало. Так, купила капуста морская, пресервы, капуста морская, маринованная с луком и сладким перцем. Вот такая вот русское море. Так, вот такая вот капуста морская. Я люблю капусточку. Она еще очень полезная, она богатая йодом. Так, крабовые палки, перим-перим, печень куриная. Весовые кондитерские изделия, ну, вот это вот 49,12. Ой, блядь, и что где-то? Ну, вот, например, по 7,52 пакета, за 15 рублей еще за пакет это купила. А могла из дома взять. А вот, салат из морской капусты 39,29, тоже акция. Срок годности кончается 2 июля 2020 года. Произведено 4 марта. Так, и вот здесь, блин, и вот здесь, сейчас я вам просто покажу. И вот здесь, посмотрите, пожалуйста, сколько здесь калорий и сколько здесь всего нужного и полезного. Смотрите, я зашла, я пропала. Все по акциям, да еще, как назло, вот эти вот дни бабские. Блять, одно на другое наложилось, и я не могла столько шоколадок не брать. Короче,
бабское здоровье меня сгубило, которое ежемесячно губит каждую бабу. Так, смотрите. Рассказываю. Вот я поняла, что вот тут вот все протекло. Это курица вот эта вот. Не курица, куриная печень. Смотрите, что я купила. Две шоколадки Риттер Спорт. Это новинка. Ну, по крайней мере, я такие не ела. Может быть, давно уже на рынке. Манго маракуя. Белый шоколад. А здесь медовый орех с йогуртом, шоколад молочный. Короче, так вообще этот Риттер Спорт стоит около 150 рублей. А я, короче, схватила. Срок годности вот здесь заканчивается. Декабрь 2020 года произведено, февраль 2020. А здесь тоже декабрь 2020 произведено, тоже февраль 2020. Так, батончик. Шоколад Милка, шоколад Сникерс. Так, короче, смотрите, давай я тебе буду показывать то, что купила. Сникерс лесной орех 39,99. Здесь 100 граммов. Так, класс. Так, Марс. Ага, вот. Шоколад Риттер Спорт. Миндаль. Так, мед. Вот мед, орех, йогурт. 69,99. Вот такая вот шоколадка. Так, дальше. Шоколад Милка, цельный миндаль. Шоколад Милка, целый миндаль. 59,99. Шоколад Милка, цельный фундук. 59,99. А так Милка стоит 112 где-то. И здесь тоже срок годности он нифига. 24 августа 2020 года заканчивается срок годности. Так что ничего-то даже не пропащее. А вот здесь срок годности заканчивается 21 сентября 2020 года. Вот. Представляете? Так это Милка села чай попить, и все, шоколадка улетела. Просто вот так вот в путь. Так, вот это вот манго и маракуя. Так, где, блин? Манго и маракуя тоже стоят 69,99. Пойдите в Мегамарт и вот купите. Так, смотрю дальше. Марс, блядь. Ну, Марс тоже сколько-то, блядь. А, нет, это шоколад. Наверное, тоже 30. А, шоколадный... Ага. Шоколадный батончик Пикник. Одна штучка 33,99. И какая большая упаковочка. Ага, вот. Шоколадный батончик Марс 39,99. А еще, смотрите. Я знаю, у меня просто Леха такие жрет. Вот такое вот, это орешки. Орешки. Сейчас я вам скажу. Вот, значит, вот такая вот фирма, такие казиначки, только, здесь вам скажу, какие орехи. Так, арахисо-миндальный батончик с медом и горьким шоколадом. А вот это арахисово-миндальный батончик с медом и горьким шоколадом. Они одинаковые, что ли? Блять, я же разные хотела взять. Я же там... Инна, ну что, куда ты смотришь, а? Короче, один батончик стоит 80 рублей. А так они что-то по 100 с чем-то. 112, что ли. Блядь, я же хотела с кокосом взять. Инна. Идиотка, блядь. И все, расстроилась. Блядь, хоть езжай, меняй. Да ладно, позже сожру. Так, смотрим. Вот этот я забыла. Сейчас я скажу, сколько стоит. Мне кажется, 70 с чем-то. Лепешка узбекская. Так, чибу пицца пепперони 2 по 49,99. Общая сумма 99,89. Наггетсы куриные 69,99. Форель потрошенная 748 граммов 344 рубля. Пельмени из розовой телятины 199,99. Шашлык деликатесный 60,83. Смесь овощная зима и лето 69,99. Фасоль стручковая 59,99. Шашлык
деликатесный еще второй маленький мешочек, 71,28. Лепешка узбекская 39,90. Крабовые палки 45,99. Печень куриная 112,18. Вот она у меня, блядь, и пролилась. Видите, все руки жирные. Там весь пакет зажирелся. Печень куриная, весовые кондитерские изделия, это конфетки ярче, 49,12, батончик Сникерс 39,99, молочный шоколад Риттер Спорт, мед, орех, йогурт 69,99, шоколад Милка цельный миндаль 59,99, шоколад Милка цельный фундук 59,99, шоколад белый Риттер Спорт манго маракуя 69,99, батончик, ага, вот они, блядь. Батончик Be Kind, арахис, миндаль с медом, 79,99 за одну штучку. Блядь, я так расстроилась, что я хотела с кокосом еще взять. С кокосом был, там тоже был по акции. Да ёб твою мать, Инна, как ты так смотрела? Ну, короче, ладно, я все равно довольна. Посмотрите, сколько принесла еды на 2,251. Ну, если не считая скумбрию. А скумбрия отдельная рыбка, уже в другом магазине, 145 плюсом. Ну, короче, 2400, вот, смотрите. Сейчас буду раскладывать, все, мои дорогие.